Здравствуйте! Сегодня хочу показать свое серебро, какое у меня есть. Немножечко, конечно, оно у меня так потусклело, я его не почистила, но ничего страшного. Потому что редко ношу, все лежит. Что-то с России, что-то здесь купила, в других странах купила. Ну, давайте я расскажу по порядку. Вот этот браслетик у меня с России, вот этот вот, он уже много лет, он уже как антиквариатный стал. Потому что где-то купленный, это были 80-е годы 20 века. Я думаю, что он уже такой, как сказать, приобрел антиквариат свой. Поэтому эта вещь уже считается непростая. Так, где-то здесь проба стояла, хотела вам показать. Ой, где-то проба здесь. Так, где же она? А, вот здесь пробы у нас стоят. Цвет, мне кажется, отсвечивает от окошечка. Так, вот здесь вот пробы стоят, что он здесь на серебряный. Не видно, конечно, но вон они стоят. Даже две пробы. Наверное, производитель кто. И, в общем, понятно, да? Нет, я не с той стороны показываю, извиняюсь. Вот они пробы. Не знаю, какое здесь серебро, какой пробы. Но тут высшее серебро. Это, наверное... Да, сейчас мне даже и не видно. В общем, вот такой браслет. Он желтого цвета такой, потому что серебро, оно разного цвета бывает. Это такое, как серебро высшего качества, да. Следующее. Вот такая вот у меня подвеска серебряная, очень красивая. Видите, какая? Такая длинная, длинная, длинная. Вот. И я ее когда одеваю, я одеваю ее вот так вот. В два раза скручиваю. Два раза и одеваю. Классно. Здесь тоже проба где-то стоит, что это серебро. Купленное в Германии. Это немецкое серебро. Вот. Найти надо пробу. Ну, не важно. Так, дальше. Такое кольцо у меня серебряное, тоже купленное в Германии. Это как комплект шел. Тоже проба стоит. Тоже все найти надо, где что стоит. Ну, вот здесь вот, сбоку. Так, колечко очень красиво. Камень я не помню какой, но вот он салатовый, очень такой прям переливается разными огнями. Агат или как, но он же разными. Нет, это не агат. Подождите, агаты другие. Наверное. Ну, я даже не буду сейчас говорить, мне надо посмотреть. Честно, я не помню. Вот такой кулон. Это серебро все. Такой вот. Такой же, как колечко, видите? Точно такой же. Вот. Здесь вот проба все стоит. Красивый. Такой цепочки, крученной змейкой. Вот. К ним еще идет. Ну, он такой не дешевый был. Вот такая вот, как змейка. Браслетик. Тоже серебряный. Вот. Открывается вот так замочек. Здесь тоже проба. Где-то тут стоит. А вот здесь вот. Видите? Браслетик. И к нему такие сережечки маленькие, как гвоздички. Такие очень симпатичные. Легенькие. Их на хорошо вот так куда-то на море я иногда одевала. В общем, симпатичные вот такие сережечки. Так. Дальше. Неудобно мне держать и делать все. Дальше. Вот такие серебряные у меня идут. Тоже сережки серебряные. Тоже это, по-моему, с фианитами. Там тоже фианиты. Камушки я тоже. Это, по-моему, или... Видите, я не вижу, это красное или что. Или черное, что-то такое. Не знаю тоже, какой камень. Не могу сказать. Он какой-то темно-темно-коричневый. Надо будет посмотреть. В общем, вот такие вот. Они с фианитами.
Эти тоже с фианитами, я уже сказала. Очень красивый набор этот. Когда его одеваю, очень так ярко смотрюсь, конечно, в этом наборе. Но я редко это все ношу, потому что как-то я не очень люблю, знаете, что-то последнее время это все носить. Потом вот это колечко к нему купленное тоже, вот к этим сережкам. Тоже оно, видите, с такими же камушками. Темно-коричневые они. Не красные, это не как сказать, не гранат. Видите, они темно-коричневые, тоже серебро. Проба стоит, все. Ой, все валится из рук. Там, видите, проба стоит. Там вот внизу. Вот. Дальше идут вот такие. Это Германия, все купленное. Здесь. Это кольцо. Дальше идут вот такие серебряные с фианитами тоже. Это не бриллианты. Тоже такие. Немецкое серебро. Это тоже все немецкое серебро. И раньше, когда в России жила, я вообще не носила серебро. Мы только носили золото. Вот. Тоже проба не знаю какая. Но тут все стоит. Ну там вот написано. Так, теперь вот эти сережки, они тоже серебряные, но купленные они у меня в Египте. Это египетское серебро с фианитами. Такие львы. Вот. Там зелененький камушек, это тоже, как бы он сказал, как-то камень тоже называется. Уже тоже ничего не помню. Надо все записывать мне. Вот. Ну вот они такие вот. Очень симпатично, когда их одеваю. Смотрится, конечно, здорово. Как подковочки такие идут, но шикарно смотрятся просто эти сережечки. Так, дальше что у меня? А вот эти тоже египетские, тоже купила в Египте. Тоже ихнее серебро с фианитами. Очень красивые, видите, какие. Блестят. Тыльная сторона такая вот. Проба стоит, все. Внутри вот там. Не видно здесь, вот здесь вот где-то. Подождите. В общем, они, это серебро, да. Это я покупала в специальном бутике в Египте, где у них продается ихнее золото, серебро, вот эти вот вещи. И тоже это недешево было. Вот. В том, что такое колечко у меня серебряное, тоже с фианитом. Красивенькое. Там проба тоже стоит. Переливается классно. Вот эти вот серьги я купила тоже как в память в Турции. Это турецкое серебро. Тоже надо будет почистить. Тоже классные. Мне нравится. Я их часто ношу. И вот они такие вот очень симпатичные. Смотрятся очень красиво. Здесь вот тоже проба все стоит. Где-то на этих штучках найти надо. Так. Такие вот у меня еще сережечки есть. Это немецкое серебро. Тоже я купила. Такие легенькие. На работу ходить, чтоб так это. В общем, вот такие. Вот еще такие вот на руки цепочки. Я тоже их не ношу. Две браслетики. Такие маленькие цепочки. Вот. Что вот так. И вот такое еще серебряное колечко. Видите, такое вот. Темненькие фианиты, по-моему, или что, я не знаю. С камушками. Тут проба тоже стоит. Серебро, по-моему, не знаю, 900-я проба. В общем, вот такое симпатичное. И вот такие сережечки тоже. Они с настоящими этими, как перлями, жемчужинками.
И тоже проба, по-моему, 900-я серебра. Тут камушки фианиты, по-моему, да. Тоже очень красивые. Вот. Смотрится красиво. Это темные такие, как перли темные. Они такие аж фиолетовые темные. Есть белые, они разных цветов же. Есть коричневые. Но эти очень красивые. Вот. На гвоздиках вот он таких. Так вот. Так, вот эти вот у меня с России. Сами, ну, кто будет смотреть, знает. Вот эти вот российское серебро с фианитами. Ведь они темные какие. Их знают все, наверное. Это известный вот этот вот цветочек такой. Ну, симпатичные тоже. Я их очень люблю и ношу их. Классные они. Не могу с ними расстаться. Хорошие сережечки. У меня такие еще золотые есть. Но они с бриллиантиками уже. Вот это подарок от мамы. Те и эти тоже. Вот. Теперь вот такие у меня еще есть сережечки. Они с янтарем. Они маленькие, прималенькие. Я тоже, когда на море еду, я их одеваю, чтобы, знаете, если даже потеряешь, не жалко. Тоже серебро. Вот такие вот янтарные сережечки. Малепусенькие. Очень симпатичные. Так, дальше подвесочки у меня вот такие вот. Тоже серебряная. Это мне дочка подарила. Нет. Нет, это мне не дочка. Дочка мне другой подарила. Это вот такая вот. Такое сердечко с фианитами. Тоже серебряное. Это немецкое серебро с цепочкой. Цепочка тоже серебряная. Такое вот. Такая вот. А вот это мне дочка подарила. Я перепутала. Вот эту вот подвесочку. У меня еще сережки такие были. Я одну потеряла. Это тоже с фианитами. А одна у меня осталась. Но я вот не знаю, что теперь с ней сделать. Вот. Так вот с этой стороны такая штучка. И кольцо у меня еще такое. Если она мне подарила, значит, вот такое вот колье. По-моему, я не помню, на какой, на что, на праздник, на какой-то. И вот такое вот колечко. Тоже с фианитами. Это, ну, как наборчик это был. Тоже очень редко ношу. И вот такие вот сережки были, они уже так потемнели. Одну я потеряла, а одна у меня осталась. Гвоздики такие вот. Ну, неплохо смотрелись так. Вот, не знаю, одна выпала из уха, так я ее не нашла. Такая сережечка. Ну вот, вот такие вот у меня, такое серебро было. Ну, вот такие вот у меня еще есть подвесочки на цепочке, тоже из серебра. Эту я вам уже показывала, но еще раз покажу. Тоже серебряная с янтарем. Это вот такие вот с камней, с натуральных. Тоже с серебряными этими штучками. Камушки натуральные. Тигровый глаз. Это я не знаю какие. В общем, какие-то. В общем, вот такие штуки. Я их на цепочку иногда подвешиваю. Мне нравится. Симпатично смотрится. Можно даже несколько штучек. Вот. Это вот мое все серебро. Дальше я вам покажу другое, свое золото. Это в следующем видео. Спасибо всем за внимание и всем пока-пока.